Потеете вы? Пить воду — это не то. Пить воду — бессмысленное занятие, опасное для сердца и для почек. Именно борщ, шесперши. А по-другому у вас не получится. Когда вы пьете воду, организм перегрет. Если взять кубики сложить, значит, вот ваш желудочно-кишечный тракт, вот кровь объемом 4-5% от массы тела максимум. И все остальное, весь организм, сонетоткани, клетки. Ваша основная вода находится в сонетоткани и в клетках. Работа, и где образуются обменные шлаки, от которых баня избавляет, они находятся в сонетоткани и в клетках. В клетках образуются сейчас, а в сонетоткани лежат до тех пор, пока вы не выведете. Как только человек перегрелся в бане, ведь пить до бани бессмысленно, вода попадет в кровь, в крови увеличивается объем свободной воды, это всего 200 мл, и ваш гипоталамус понимает, что беда, для сердца перегрузка, он эту воду тут же сбрасывает потением. Либо, если вы не в бане, сбросит через почки. И те, кто просто пьют воду, если в обычных условиях, они не знают все туалеты в своем населенном пункте, потому что сброс идет через почку. А в бане вы выпили, в течение ближайших 15-20 минут вы эту воду потеряли через пол. Все. И ваше потение закончилось. Если вы пьете воду дальше, вы опять увеличиваете объем крови и нагрузка на сердце. Потому что пор для попадания воды из кишечника в кровь больше всего. Молекулы воды самые мелкие, туда ничто не войдет. Самая маленькая молекулярная масса, только вода проходит через свои поры. Но там их очень много. Выпили воду, у вас гидродинамический удар по сердцу. Потому что куча пропускников для воды, вода моментально всасывается в кровь, увеличивается объем крови. И вот, чтобы сберечь вам жизнь на перспективу, ваш гипоталамус эту воду сбрасывает. В обычных условиях через почку, в бане через кожу, через легкие. И вы потеряли быстро. Вносите опять гидродинамический удар, и у вас получается что? Выпили воду в течение там 5-10 минут, если пищеварительная система пустая. У вас резко увеличился объем крови. Тут же вас гипоталамус это сбросил. А может по инерции сбросить больше. Увеличилась вязкость крови. И у вас игра. И то, и другое плохо сердцу. Поэтому пить воду в бане банщик не имеет права. Если человек спрашивает, вот, ну, мне задают вопрос, если я ему так рассказываю, он скажет, смотри, ну, логично, якщо я чим більше води випиваю, тим більше її виходить, і паралельно з тими виходами виходять всі шлаки і всі непотрібно. Нічого подобного. Потому що ви вливаєте воду, вона попадає в кров, увеличився об'єм крові, і організм збрасує її через кожу, через легкі, через почку, якщо є. І, кстати, один із моментів контролю, правильно ли проходить баня, у клієнта в течение этих 3 часов должно образоваться немножко мочи. То есть, если у него есть желание за эти 3 часа ходить в туалет, но он парится правильно, он не пьет воду, значит, у него воды было достаточно, воды было чуть-чуть больше, почки тоже очищали кровь. Если он не хочет туалет, у него нет мочи, это беда, потому что износ сердечно-сосудистой системы. Это очень простой тест. Я выпивал 3 литра и в туалет не ходил, вы видите. Потому что у вас все, вода не попадала в почки, она уходила через кожу. А те шлаки и токсины, которые находятся в сонетоткани, в клетках, они как лежали, так и лежат. Вот когда вы съели супчик, борщик, за 1,5-2 часа до бани, у вас он переварился, все, что там было, попадает, проходит через кровь, проходит в сонетоткани, в клетки, находится в клетках. И вот вода здесь, когда вы берете условно борщ или суп, у вас там находится крахмал. Крахмал — это полисахарид, в составе которого только здесь находится глюкоза. Что такое глюкоза? В сахарнице вот она сухая лежит, а брошу в чай, она растворится. Вокруг молекул глюкозы 6 молекул воды. Когда вы съели супчик, борщик до бани, эта глюкоза проходит кровь, проходит сонетоткань, идет в клетку и приносит в клетку 6 молекул воды. А с точки зрения химии, когда глюкоза расщепится полностью, образуется 6 молекул угольной кислоты, распадающиеся на углекислые газы и воду. То есть дебет с кредитом, 12 молекул воды, 1 молекула глюкозы принесла вам в клетку. И вот здесь уже не будет износа сердца, потому что ваш гипоталамус будет капельно, точечно вот эту воду поставлять в кровь, чтобы она испарялась через легкие и через кожу. Износа сердечно-сосудистой системы нет. То есть пить воду в бане банщик может только в одном случае. Вот у вас